Привет, друзья! Сегодня я хочу показать вам, как всего за 10 минут сделать красивый цветочек из фетра, которым можно декорировать любую невзрачную заколочку, резинку для волос, обруч или сделать необычную брошку, чтобы порадовать свою маму. Для этого нам нужно цветной фетр для цветка и зеленый для листика, фломастер, пару булавок, клей-пистолет, выкройка, которую вы найдете в описании, и немножко терпения. Распечатайте выкройку и вырежьте ее. Приколите деталь цветка к фетру, сделайте 6 одинаковых деталей. Из зеленого фетра необходимо вырезать листочек и кружок для маскировки изнанки цветка. Поставим каплю клея на середину цветка, сложим его в 2 раза и опять повторим это действие. У нас должна получиться четвертинка. Делаем так со всеми лепестками. Склеиваем 2 лепестка между собой и еще 2. А теперь склеим эти 2 половинки. Оставшиеся 2 лепесточка приклеим друг к другу и примастим в середину цветка на клей. По желанию можно украсить середину цветка бусиной. На нижнюю часть цветочка приклеим листик, а после того, как приклеим цветок на основу, задекорируем изнанку зеленым кружком. Посмотрите, какой классный декоративный цветок у нас получился. Надеюсь, и у вас все выйдет. Не забывайте подписываться на наш канал. Пока!